Да, так вот я хотела сказать, что в данном тексте речь идет о ГИТИСе, о фитнесе. Я хотела предупредить, что я ни к фитнесу, ни к ГИТИСу никакого отношения не имею. Да. Вот. Ну а почему, по какому критерию я была как бы избрана в роли исполнительницы данного произведения, будет понятно. Мне кажется, я догадываюсь. Прикупила юбочку, занималась фитнесом, завязалась рюмочкой, обучалась в ГИТИСе цельнотую пчёночку. Хороша девчоночка, очень ножки стройные. Ох, хороша девчоночка, и очень ножки стройные. Пройдусь-ка в юбке я вдоль моря бурного, такая хрупкая, кругом гламур. Такими данными остановился я у театра Гешера. Режиссер с бородкою час лапшу навешивал мне с улыбкой кроткою. Да помощник сжалился, объяснил он просто: у тебя, красавица, больно ножки тощие. Ну уж прости, красавица, ну очень ножки тощие. Иду от Гешера обратно к морю я, пусть я не здешняя. Да что за горе мне, ведь я не глупая, и к тому же милая, и с модной юбкою. Что ж, зря ходила я? Я, как жили, охая, нету сил уж более, через юбку сдохну я от такой-то Толия. Мне на то, Анжелушка, скоро себе не врите все. Вся причина, девушка, не в юбочке, а в ГИТИСе. Вся причина стала быть аккурат не в фитнесе. Той юбки пошла у белого. Хлебнул я водочки, плевать на фитнесы, а после корочки сошлой с ГИТИСа и корку ложкою гуляй, проказница, с какими ножками, какая разница. Юбочка, не сгодились фитнесы, нету сил без рюмочки вспоминать о ГИТИСе. Где же та юбчоночка, только взгляды колкие. Эх, была ж девчоночка, только ножки тоже.
я. Хороша девчоночка, хорошо, что тонкая. А Борочка-то не срывается? Я все ждала, когда Борочка сорвется. Вот это финал. Концерт переходит в другую стадию.